себя какие выводы сделать? Ну, хочу сказать, что еще раз надо опыт нарабатывать. Я как бы и знал по ранее соревнованиям, что тренировка есть тренировка, а у соревнований это совсем другое, волнение. Ну, ребята сильные. Я думал, как бы в некоторых упражнениях выступлю немножко лучше. Камень планировал на 3 раза поднять, как бы я больше поднимал. Коромысла тоже, ну, во всем опыта не хватает. Такой стронговский старт, и ну, он подразумевает, что все-таки надо на технике. Техника, да. То есть база штангой работать, гантелями, но стронговские упражнения еще никто не отменял. Надо побольше нарабатывать. Ребята приглашают сюда. Я здесь в Минске работаю, приглашают по выходным тренироваться. Буду, наверное, приходить. Вот. Все говорят, гантель нестандартная, такая неудобная. Чем ее неудобна? Ну, она неудобна тем, что рукоятка широкая. Как бы обычные зальные гантели, они как бы тоньше немного. Но мне как бы рука широкая, мне она удобна. Мне как раз еще она нормальная. Для меня это как раз она удобная. Вообще из упражнений, что больше понравилось? Так чисто, ну, каждому человеку это упражнение все-таки, что ближе играет. Ну, для меня слабое это бревно. Как бы я особо вверх не толкаю, жал жим лежа, но... Вверх не толкаю, как бы редко очень толкал. Ну вот любимая мне понравилась коромысла. Опять же, второй раз в жизни его таскаю. Камень тоже второй раз. Ну, нравится пока еще. Ну вот эту покрышку-то тянули вообще первый раз. Как бы еще вообще как бы не знал, что делать. То ли упор на ноги делать, то ли на руки. Как бы по ходу движения экспериментировал. Как лучше, и так, и так. Ну как-то еще голень немножко подвела, старая травма. Ну, как бы так чуть получилось, я думаю, нормально для первого раза. Спасибо за это интервью. Всего доброго. Дай Бог здоровья, без травм и удачи. Спасибо. Всего доброго.